Так, 2 мая, 17-й год, Харьков. Цветут яблони, безумно просто красиво, безумно. Оказывается, это какие-то маленькие райские яблочки, как мы пояснили, которые несъедобные, но при такой красоте. Съедобность, о какой съедобности может их идти речь? Боже мой, рясно-то как. Запах. Да, кроме того, день сегодня посвящен символам Харькова. Среди 12 символов Харькова 3 собора. И с этой точки, эти прекрасные яблоки, можно видеть все три. Пускай частично. Успенский собор. 1000, по-моему, там деревянная церковь, 1650 какой-то год было, не помню. Покровский собор. Покровский собор, каменное здание Покровского собора, 1689 год постройки. И Благовещенский собор, 1901 года постройки, самый большой кафедральный собор. Так, что-то фонарь тут вписался органично, да? А аутентичность отнял. Самый большой кафедральный собор Восточной Европы, на 4000 верующих рассчитан вместимости. Не знаю, есть ли у нас такое количество верующих, но лучше больше. Да. Ну и далее Полтавский шлях. Светофорчик. Вон там виднеется еще и Газпром, отсюда можно видеть. Вообще красота. Сейчас мы с лестницы еще все это дело снимем. Я буду считать себя полностью счастливым. Да, как же это так эти яблоки раньше не примечал. Их совершенно очевидно предостаточно. Ух. Назарянская церковь, Благовещенский собор и Покровский собор.